Це наступний наш спікер. О, супер, ми вже бачимо вас. Це Оксана Щербина. Вона працює в компанії British American Tobacco. І ви дізнаєтесь також про продажі і як, власне, продавати себе на співбесіді. Ось, Оксана, давайте, напевно, тоді запускайте вже презентацію і трошки більше розкажіть про себе, взагалі про ваш досвід, і розкажіть нам, як нам, студентам, продавати себе все-таки на презентаціях. Так. Хорошо, конечно, я все это расскажу. Сейчас, секундочку, поделюсь экраном. Так, а у меня отключен доступ делиться. Может быть, нужно включить мне? Так, зараз, секунду, у вас нібито є доступ, щоб ділитися екраном. Спробуйте, будь ласка, ще раз. Yes. Да, теперь появилось. Все, все є, супер. Так, отлично. Я хотела бы сразу включить чат, если будут вопросы. Или, в принципе, вы можете, если будут вопросы. Звісно, давайте ми в кінці, наприклад, зараз буде просто презентація, а потім в кінці залишимо час на запитання. Хорошо, отлично. Всем добрый вечер. Я так понимаю, что я уже последний спикер на сегодняшнем мероприятии. Вот это, знаете, как на экзамене. Хорошо быть либо первым, либо последним, да? Вот я, наверное, не совсем так, вот, потому что хотелось бы поделиться с вами своим опытом, да, хотелось бы рассказать вам о продажах и о том, как себя продавать на собеседовании. Это, собственно, наша тема сегодняшней лекции. Перед этим, так, хотелось бы немножко рассказать о себе. Как уже меня представили, меня зовут Оксана Щербина. На данный момент я работаю в компании British American Tobacco, вот уже будет скоро 3 года. Занимаюсь я продажами, да, моя должность — это руководитель отдела прямых продаж и офлайн-активации с конечным потребителем. В компанию я пришла как раз на старте запуска GLO, да, устройства для нагревания табака, и, собственно, была вот как раз у истоков всего, да, как мы это организовывали, и у истоков этого проекта. До British American Tobacco у меня довольно-таки большой опыт в косметическом бизнесе. Начинала свою карьеру я в компании L'Oréal торговым представителем. Моя карьера закончилась в L'Oréal на позиции руководителя отдела продаж. Также была бренд-менеджером. Вот, ну и, собственно, на разных коммерческих позициях. И после L'Oréal также у меня был опыт в компании Avon, компания прямых продаж непосредственно, да, то есть такой очень, знаете, экспертиза непосредственно в D2C. В Avon я занималась обучением, была руководителем отдела обучения и, собственно говоря, отвечала за обучение как став структуры, так и нон-став. Да. В целом больше 18 лет в продажах, и, собственно, ну, это моя основная экспертиза, мой основной опыт, и надеюсь, что сегодня мой опыт будет для вас полезен, и не только сегодня, но и в будущем. Прежде чем мы перейдем к нашей презентации, я хотела бы немного вам рассказать о нашей компании. Компания British American Tobacco – это компания интернациональная, да, она представлена на большом количестве рынков, 180, больше чем 180 стран. Мы контактируем, и более 150 миллионов человек покупают нашу продукцию. В 55 странах мы являемся лидером рынка табачной индустрии. У нас работает очень большое количество сотрудников, да, 53 тысячи. И также мы сотрудничаем с 11 миллионами точек для продаж. Вот. Кроме этого, мы сотрудничаем еще с фермерами, да, которые выращивают высококачественный табак, собственно, который мы используем в нашей продукции. Если говорить непосредственно о БАТ Украина, здесь можно, конечно, очень долго рассказывать, но я буду вкратце. Есть основные вещи, которыми мы гордимся. Компания в Украине с 93 года. И хочу сказать, что это была первая компания с иностранными инвестициями в Украине. BAT входит в топ-3 налогоплательщиков в нашей стране.
Работает в украинском филиале более чем 1000 человек. И что интересно, что 75% наших сотрудников — это как раз поколение Y и Z. Вот, поэтому у нас очень весело и интересно. Ну и, конечно, наверное, последнее, но, наверное, самая важная такая гордость — это то, что 4 года подряд компания British American Tobacco является топ-эмплеером в Украине. И это не только награда, да, это подтверждается на самом деле изо дня в день отношением к сотрудникам и, собственно, разными другими вещами. У нас есть, наши сотрудники работают как в центральном офисе в Киеве, так у нас есть региональные офисы, потому что команда очень большая, и, конечно же, это Прилуцкая фабрика, да, по производству нашей продукции. Вот это, если вкратце, непосредственно о British American Tobacco. Ну и вот немножко, несколько фотографий моих коллег, как мы выглядим. Вот. Ну и, собственно, перейдем мы с вами к нашей лекции. Да, первое, что хотелось озвучить, это, ну, собственно, понимание продаж. Да, что это такое? Потому что у каждого человека, вы знаете, в принципе, свое понимание того или иного термина. Вот. И здесь хотелось, чтобы каждый из вас сейчас задал себе вопрос, да, что для вас значит продажа. Да? Вздумайте сейчас об этом. И задайте себе несколько вопросов. Да? Что вы знаете о продажах? Возможно, у вас уже был опыт, да, в этом направлении, уверена, что был. Собственно, что это? Где это происходит? Легко ли это? Когда лучше всего продавать и кому легче всего продавать, да? И основной вопрос, все ли мы с вами продаем или продают только непосредственно продавцы, да, или торговые представители. Можете, если есть желание, написать в чате, да, ваши комментарии по поводу этих вопросов, ответы на эти вопросы. Хорошо. И также хотелось вам озвучить несколько тезисов, да, несколько пунктов. Собственно, если говорить о продажах, да, если так вот дословно, да, обратившись к практической Википедии, продажа — это передача права собственности, да, от одного человека к другому. Ну, то есть если так вот можно это озвучить. На самом деле мы с вами продаем, в принципе, каждый день, да, и если говорить о слове «продажа», да, то есть вот первая часть этого слова «прод», да, есть такая гипотеза, что, в принципе, это однокоренное слово со словом «продавливать», да. Я, если честно скажу, я не люблю такого рода термины в продажах, да, там, впаривать, впихивать, продавливать, да, это довольно-таки грубо звучит. Я сторонник, на самом деле, win-win, да, когда продавец предлагает покупателю товар по его потребностям, да, выявляя его потребности и находя вот эти точки соприкосновения, тогда можно построить долгосрочную работу, и, собственно, удовольствие от этого процесса будет получать оба, и покупатель, и продавец. И самое важное, да, что продажа — это на самом деле то, насколько мы умеем убеждать другого человека, насколько мы можем доносить свою идею, насколько мы можем доносить преимущества того или иного продукта, ну, или же себя, да, то есть насколько мы можем красиво о себе рассказать то, собственно, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать. И, конечно же, умение продавать — это очень главный навык. Я бы даже сказала, это, как я уже озвучила, это умение переубеждать, да, и это та компетенция, которая важна не только для торговых представителей или менеджеров по продажам, да, это, в принципе, важное качество для любой профессии и для любого направления, в котором вы будете работать или уже, возможно, работаете. И, конечно же, этому можно научиться. Вот, поэтому не нужно быть суперспециалистом, да, в чем-то. Ну, конечно, это идеальная картинка, но для того, чтобы стать суперспециалистом, да, нужно пройти определенные этапы. Вот, но очень важно, конечно, непосредственно уметь продавать себя и свои идеи. Есть три секрета процесса продаж, да, такой вот
три основных момента, которые должны случиться для того, чтобы продажа совершилась. Это, конечно же, правильное место, да, правильное время и правильные слова для потребителя, либо же для того человека, собственно, которого вы хотите переубедить. Вот. Если одного из этих частей вот такого треугольника не будет, да, то, собственно, продажа не случится. Вот. Поэтому это стоит учитывать. И, конечно же, важный момент, что то, что мы говорим, это далеко не всегда равно тому, что слышит второй человек. Знаете, очень интересный эксперимент со словом «собачка». Да? Вот когда ты задаешь этот вопрос группе из 10 человек, а даже группе из 5 человек, то у каждого в голове своя картинка. Да? У кого-то это застежка на молнии, да? У кого-то это собачка в электронном адресе, у кого-то это маленькая пушистенькая, у кого-то злая овчарка, да, поэтому, естественно, что одно и то же слово может иметь совершенно разное влияние и вызывать совершенно разные ассоциации у другого человека. Вот, поэтому этот пункт тоже важно учитывать, что когда человек принимает решение, на это решение влияют несколько факторов. Кроме того, что вы говорите, также влияет его социум, да, его предыдущий опыт, окружение, в котором он находится и в котором он был ранее, и, конечно же, эмоции, которые он ощущает в этот момент. То или иное слово может вызывать определенные эмоции, разные эмоции у разных людей. Вот, поэтому эти факторы, конечно, тоже стоит учитывать. И сейчас вы на слайде видите основные 7 этапов продаж. Да? Это, знаете, как Библия, можно сказать, Библия продаж. Это в целом алгоритм, по которому происходит любая продажа. И это, хочу вам сказать, что это не просто теория, да, это, наверное, правило, которое взято с практики, да, которое, собственно, как-то разложили на определенные этапы. И если одного из этих этапов в процессе продаж не будет, то, собственно, опять же, не получится совершить сделку, не получится довести дело до конца. Немножко пройдусь по этим шагам, да, объясню, что значат эти этапы. Первый самый важный шаг – это подготовка. Да, в любом случае, когда вы что-то хотите продать, вам нужно в первую очередь знать о том, что вы будете продавать, об этом продукте. Во вторую очередь, вам нужно знать, кому вы будете продавать данный продукт, кто ваша целевая аудитория. И, соответственно, подготовиться с точки зрения аргументов, да, какие вы сможете доносить этому человеку. Плюс проанализировать ту ситуацию, которая есть на данный момент. Ну, сейчас я конкретно говорю за процесс продаж, например, в точку либо конечному потребителю. Вот. Но я потом проведу параллель между собеседованием и как вы, как соискатель, можете, собственно говоря, подготовиться правильно. Следующий момент, и есть такой еще по поводу подготовки, что 90% успешной сделки – это когда у вас качественная подготовка. Следующий момент – это установление контакта. Да, это для того, чтобы у вас появилась эмоциональная связь с вашим собеседником. И это также очень важный момент, да, потому что когда сразу же вы переходите к презентации или к конкретным аргументам, то, ну, как минимум, это будет странно, да, то есть в любом случае должна быть вот этот мостик, да, установление контакта. Следующий момент – это выявление потребности. На данном этапе очень важно узнать, собственно, что человек знает о вашем продукте, да, что он об нем думает, был ли у него опыт уже, скажем так, использования этого продукта, или если, например, у него еще нет данной потребности, да, то эту потребность вы можете в нем создать, да, задав вопросы. Ну, например, если продаем пылесос, да, то, соответственно, у человека можно спросить, как вы убираете дома, да, как часто вы убираете, какие основные сложности испытываете, когда происходит у вас процесс уборки. То есть максимально узнать информацию, да, которую потом вы можете использовать в презентации. После этого происходит непосредственно презентация самого продукта. Она должна быть эмоциональной, яркой, интересной и основанной на, скажем так, алгоритме свойства, преимущества и выгоды.
После данных этапов переходите к этапу работы с возражениями. Данный этап появляется тогда, когда недостаточно были выявлены потребности, либо недостаточно вы дали информации во время презентации своему собеседнику, своему покупателю. Вот. Ну и если уже все эти этапы были проведены верно, и плюс вот три основных фактора также сложились, место, время и нужные слова вы произнесли, то, конечно же, сделка однозначно случится. После этого важный момент – это сопровождение для того, чтобы у клиента появилась лояльность к вашему продукту, к вашему бренду, ну и, соответственно, дальше он остался с вами. Вот это алгоритм продаж любого продукта. Неважно, что вы продаете, это недвижимость, это автомобили или это сигареты, да, или косметика. То есть все эти процессы работают в любом бизнесе. Теперь перейдем к аналогии, собственно, этапов собеседования. Да? И здесь, как вы видите, все те же 7 этапов, но есть небольшое отличие, потому что в процессе собеседования вы являетесь продавцом, покупателем является работодатель, но работодатель не на 100% является покупателем, а всего на 70%. Да? Работодатель тоже вам продает эту должность, да? И поэтому здесь есть вот этот вот нюанс. Итак, давайте все-таки пройдемся по 7 этапам собеседования. Да? Они выглядят следующим образом. Первый – это также подготовка. Второй – это, естественно, установление контакта. Вопросы так, точно так же, как и в 7 шагах продаж. Дальше презентация себя, да, непосредственно уже ответы на эти вопросы. После этого уточнение условий, да, условий как вы уточняете, так и уточняет непосредственно работодатель, да, по поводу того, что вы ожидаете и что ожидает работодатель. И после этого, если опять же все сошлось, слова, время и место, да, то, конечно же, произойдет сделка. С точки зрения этапа сопровождения, то здесь я могу его назвать испытательным периодом, да, то есть в каждой компании первые 3 месяца идет испытательный период. И вот здесь важно также, как говорится, не испортить впечатление о себе и не упасть лицом в грязь, да, для того, чтобы долгосрочно сотрудничать, получать выгоду вам и получать, чтобы работодатель также получал выгоду от вас. Теперь пройдемся по каждому пункту отдельно. Итак, первый пункт – это подготовка, как я уже говорила. И здесь важны следующие шаги. Я думаю, я не открою для вас Америку, да, если скажу, что в первую очередь нужно сделать резюме. Вот, тут вопрос, как его сделать. Очень важно отнестись к этому со всей серьезностью. Да? Я вам рекомендую в резюме добавлять вашу фотографию. Это всегда плюс, когда есть фотография в резюме. Резюме не должно быть слишком длинным, да, то есть максимально это 2 страницы. Это для человека, у которого уже, ну, довольно-таки большой опыт за плечами, да. Идеально это одностраничное резюме. Фотография. Очень вам не рекомендую брать фотографию из паспорта, да, потому что знаете, как в той шутке, если альбомчик маленький, а фотография страшная, значит, это паспорт, да. Также не рекомендую вам брать фотографию, вырезать его и вырезать эту фотографию с ваших, не знаю, прогулок, где-то фото в парке или фото, не дай бог, с ночного клуба, да, и там только обрезали коктейль, да, и, собственно, фотографию вставили в резюме. Я на самом деле видела много разных резюме, у меня даже как-то присылали резюме, барышня была в ванной. Вот, на менеджера по продажам, собственно, было это резюме. Поэтому, пересмотрев многое количество резюме, я вам вот, собственно, даю эту рекомендацию. Лучше всего это профессиональное фото до, ну, вот, по плечи. И, собственно, конечно же, улыбайтесь, да, это добавит вам преимущество. Если говорить о том, сколько в целом я провела, и вообще какой у меня опыт в собеседованиях, я не HR, да, как я уже озвучила, но собеседований было много. В основном, конечно, я набирала людей для менеджеров по продажам. В BAT, наверное, был самый такой супер опыт, потому что нам нужно было за 3 месяца набрать 600 человек.
Вот, поэтому собеседований было много, у меня было каждый день по 10 собеседований. Это уже прям такой, знаете, навык прокачал. Также у меня лично было большое количество собеседований. Меньше, конечно, чем то количество, которое я проводила как работодатель, да, но тем не менее тоже было. И ошибки были, да, и победы были. Чаще всего интуитивно, да, к сожалению, такого вебинара в то время, когда я искала работу, в самом начале, увы, не было. Итак, значит, фотография я сказала, размер резюме я вам озвучила, какая информация там должна быть, да, информация должна быть краткая и, ну, скажем так, самая важная. Если у вас уже есть какой-то опыт работы где-либо, да, вы были стажером, может быть, проходили какие-то, ну, там, работали летом, да, это тоже все можно разместить в резюме, потому что это ваш уже опыт. Ну и, конечно, опыт ваш непосредственно с точки зрения учебы, да, то есть вы можете описать, естественно, где вы учились и какая профессия, какую профессию вы уже получили, либо скоро получите. Личная информация здесь нужна следующая, да, то есть имя, фамилия, обязательно номер телефона, очень часто забывают про номер телефона, и потом непонятно, как с человеком связываться, имейл, город, где вы живете, собственно, готовы ли вы к переезду, да, эту информацию тоже можно разместить. По поводу даты рождения, вы знаете, здесь есть несколько моментов. По последним тенденциям, на самом деле, это не имеет такого большого значения. В Украине, как и в странах СНГ, привыкли, что обязательно нужно ставить дату рождения. В Европе и в Америке, например, там, ну, по-другому, потому что важно, наиболее важно ваш опыт, а не ваш возраст, да, потому что это можно, скажем так, по-другому, люди могут по-другому это воспринять, как какую-то там дискриминацию возрастную, да. Вот, но в Украине все равно дату рождения, конечно, ставят, да, по старой памяти. Значит, сделали вы резюме, да, дальше, куда вы это резюме отправляете? Вы либо его отправляете уже конкретно, куда вы знаете, да, то есть конкретная компания, либо вы размещаете его там на работа.ua или work.ua или других ресурсах, и, собственно, вам могут позвонить либо рекрутеры, либо непосредственно из HR какой-то компании. Вот, когда, собственно, с вами связались и назначили собеседование, конечно, очень рекомендую узнать информацию об этой компании. И очень важно не просто, чем компания занимается, каким продуктом, но еще ценности этой компании, да, потому что важно не только найти человека, который соответствовать будет определенным компетенциям, важно, чтобы ценности компании, ценности непосредственно соискателя, они также совпадали. Вот, вот эти моменты вы все можете прочитать на сайте компании, у всех они есть, ну, может, только у некоторых, которые там совсем новые, которые только открылись, но вы можете запросить эту информацию. Важно также на моменте подготовки сделать уже заготовку ответов на вопросы, которые чаще всего задают на собеседовании. Поверьте, вот сколько у меня было собеседований, вот реально практически одни и те же вопросы. Вот редко бывает, когда кто-то тебе задаст какой-то нестандартный вопрос. Чаще всего они идентичные. Ну и, конечно, внешний вид. Да. Что я вам порекомендую с точки зрения внешнего вида? Понятно, что хочется, у нас у всех есть свой стиль, хочется как-то выглядеть довольно-таки ярко и интересно, проявляя свою индивидуальность, вот, но это не про собеседование. Да. Очень рекомендую быть все-таки в официальном стиле, либо в смарт-кэжуале, цвета одежды подбирать максимально такие неяркие. Да. Я очень люблю белый цвет, да, я очень часто прихожу на собеседование, там, в белой рубашке, это всегда беспроигрышный вариант, как для девушек, так и для парней. Итак, это по поводу подготовки. Следующий момент – это установление контакта. Да, вам нужно с первых уже секунд даже, да, понравиться, собственно, тем людям, с которыми у вас будет собеседование. Что для этого нужно? Ну, во-первых, прийти вовремя. Да. Желательно прийти минут за 15 до собеседования. Это вот идеальный вариант, потому что вы можете успокоиться, попить водички, как-то немножко почувствовать себя уже комфортно в новой обстановке, в которой вы оказались. После того, когда вас пригласят непосредственно в то место, где будет проходить собеседование, конечно же, со всеми поздороваться,
Если, в принципе, можно и пожать руку. И сейчас рукопожатие актуально как для мужчин, так и для женщин, поэтому это ваш как бы вариант, как вы хотите. Ну, однозначно нужно, должно быть понятно, что вы поздоровались, рады видеть тех, кто присутствует на собеседовании. Также один из таких прикольных лайфхаков – это распечатать свое резюме, да, желательно там 3-5 экземпляров, потому что вы точно не знаете, какое количество людей будет на собеседовании. Кстати, когда вы будете, ну, когда вот непосредственно созвон, еще когда назначается собеседование, то вы можете сразу спросить, а какое количество людей будет на интервью. Таким образом, вы точно подготовите уже необходимое количество экземпляров. Так, по поводу дресс-кода я уже вам сказала. Есть еще один момент, это если у вас есть возможность выбрать место, где вы будете сидеть, то рекомендация сидеть не напротив, да, а как бы сбоку или по диагонали, да. Это такой вроде бы простой нюанс, но тем не менее очень-очень работает. Вот, потому что когда вы садитесь напротив человека, да, все равно стол или ну, вот, вот то, что напротив друг друга, это определенный барьер, да, и он вызывает вот, ощущение позиции определенной. Если есть возможность сесть сбоку либо по диагонали, выбирайте это место. Если нет, ну окей, тогда уже как бы вариантов других нет. И последний пункт – это, конечно, не перебивать собеседника. Очень часто бывает такой момент, когда вопрос задается, человек, который слушает, непосредственно пришел на собеседование, он нервничает, да, и он уже уловил суть вопроса и, собственно, пытается уже сразу же ответить, а работодатель еще не договорил. Вот, пожалуйста, не делайте эту ошибку. Дослушайте до конца. Иногда попадаются очень такие говорливые товарищи на собеседовании, которые хотят вот много рассказать. Вместо того, чтобы слушать, собственно, соискателя, да, говорит больше работодатель. Такое тоже может быть. Вот, поэтому слушайте внимательно, не перебивайте. Когда клиент говорит, это хорошо. Вы можете подчеркнуть много полезной информации. Итак, вопросы. Да, после того, когда установился контакт, вы присели, раздали всем резюме, начнется этап вопросов. Самые часто задаваемые вопросы, собственно, вы видите на слайде, да, все всегда начинают с вопроса «расскажите о себе», да, ну и дальше, собственно, по списку, да, то, что вы видите. Здесь, как я уже сказала, вам нужно заранее подготовить ответы, да, заранее их для себя продумать, что вы будете говорить. Тогда вы будете звучать намного увереннее, намного четче, да, и вы будете выглядеть как человек, который точно знает себя, да, и знает, чего хочет. И это прекрасное качество. На вопрос «расскажите о себе» вы же понимаете, что работодатель не готов слушать о ваших хобби, о ваших девушках, парнях, где вы любите отдыхать и так далее. То есть он хочет услышать о вашем опыте. Вот, поэтому нужно рассказывать об опыте. Когда это студент, понятно, это учебное заведение, но тем не менее, даже в вашем опыте обучения, да, все равно были какие-то знаковые, ну, возможно, есть какие-то знаковые вещи. Возможно, вы закончили какие-то курсы, да, возможно, вы получили сертификат там, об уровне разговорном английского, да, то есть, ну, могут быть разные вещи, вы лучше себя знаете, поэтому это нужно подготовить заранее. На все остальные вопросы вы, кстати, можете почитать на Work.ua, там есть очень неплохие статьи, вот, ну, в принципе, как правильно отвечать на самые часто задаваемые вопросы. И в Гугле очень много полезной информации о том, как на эти вопросы, собственно, нужно ответить и что ждет, собственно, работодатель, какие ответы он ждет, да. Итак, хотела с вами еще поделиться методикой, по которой мы задаем вопросы, да, в British American Tobacco, потому что мы не совсем, ну, вот эти вопросы, которые я вам показала, мы тоже их спрашиваем на собеседовании, но чаще всего мы все-таки действуем по методу интервью STAR. Сейчас расскажу, что это такое. Вот. И наша основная задача – это выявить компетенции. Да? То есть на каждую должность у нас есть определенный перечень компетенций, какими должен обладать этот человек. То есть когда мы открываем вакансию, мы
четко понимаем, какой профайл мы ищем. Да, и, соответственно, под эти компетенции мы и будем искать человека. На собеседовании для работодателя очень важно выяснить, обладает ли человек данными компетенциями. Здесь я привела в пример те компетенции, которые для нас были важны при выборе вот этих самых 600 человек, да, которых мы искали на старте запуска GLO. Значит, метод STAR, как вы видите, это аббревиатура первых букв, да. Первое – это описание ситуации, то есть будет вопрос, который непосредственно касается описания ситуации. Второй – это какая была задача, да, task, Т первое. Третий – это какие были сделаны действия. И четвертое – это какой был результат. Сейчас, может быть, не совсем понятно, я сейчас вам покажу, что имею в виду. Например, у нас есть компетенция, да, это агент перемен, так называемый, да, то есть человек, насколько он, и компетенция, как он справляется с изменениями. И здесь мы задаем вопрос, да, расскажите, пожалуйста, случай, да, когда вам удавалось что-то рационально изменить в себе или в других, да. То есть здесь вот конкретно мы говорим о чем, а мы задаем вопрос, чтобы человек описал ситуацию. Вот, он начинает ее описывать, да, потом, например, вопрос, да, какое было влияние этих изменений на вас или на ситуацию вокруг, да, какие преграды были в реализации этих изменений и как вам удалось их преодолеть. Вот здесь все эти вопросы мы задаем, да, для того, чтобы понять ситуацию, да, какие были сделаны действия, и в итоге какой человек получил результат, да, после этих действий. Когда мы получаем ответы на все эти вопросы, то мы можем для себя понять, насколько в человеке эта компетенция проявлена. Она сильно проявлена на среднем уровне или на низком. Либо, например, вопрос по поводу достижения результатов. Да, и ну, вот здесь он выглядит, да, вот «достигая результатов» или «result-oriented», да, то есть насколько человек, для человека важен результат или для него больше, например, важен процесс, да, то есть вот этот момент. И здесь очень простой вопрос, который мы можем задать, это, собственно, расскажите о вашем достижении, которым вы гордитесь, да. И, о, кот у меня тут распелся, прошу прощения, он мне подсказывает. Он мне всегда подсказывает, именно когда я начинаю что-то вещать, и по работе в том числе, он начинает мне подсказывать. Ну и здесь, конечно, вам нужно подумать над теми достижениями, которые для вас, которыми вы гордитесь, да. Это могут быть и достижения, например, в учебе, да, там вы сделали какой-то проект или защитили курсовую или диплом, да, и какие были сложности на пути к этому, да, и вы гордитесь этой работой, да, потому что почему, да, то есть вот эти все моменты вы можете подготовить заранее. Вот, поэтому на самом деле даже вот эти три компетенции, да, агент изменений, достигает результатов и убедительно осуществляет коммуникацию. Да, это было важно непосредственно для позиции менеджеров по продажам, но я вам хочу сказать, что эти пункты важны и для других ролей в том числе. Ну, в нашей компании так точно. Так какие могут быть еще компетенции? Могут быть компетенции по поводу коммуникации, да, вот я уже назвала. Могут быть, как, насколько вы стрессоустойчивы, насколько вы можете управлять многозадачностью, да, и здесь по этому пункту, по этой компетенции такие же могут быть вопросы. То есть расскажите, пожалуйста, о ситуации, когда вам необходимо было управлять сразу несколькими задачами одновременно, да, какие у вас были барьеры, какие сложности, какие цели стояли, да, вам нужно привести конкретный пример. И вот здесь мы переходим к презентации себя, да, самый важный момент – это когда вы начинаете свой рассказ, да, когда вот задали вопрос, и, собственно говоря, вы на него отвечаете. Здесь самый важный момент – не уходить в детали, да, стараться быть, знаете, как чтобы ваш рассказ был полноценный, понятный, да, но без большого количества деталей, да,
старайтесь быть без, ну, максимально без каких-то эмоциональных подробностей, да, то есть уверенно, четко, по пунктам, по фактам, да, с цифрами. Это производит вообще невероятное впечатление, когда соискатели вот таким вот образом отвечают на поставленные вопросы. Конечно, вот я уже написала здесь вам, да, я озвучила, использовать факты и цифры. Если вы не озвучите факты и цифры, вас все равно начнут допытывать, да, то есть будут задавать уточняющие вопросы для того, чтобы получить от вас какие-либо цифры. Если цифр не будет, да, или конкретных примеров не будет, то, скорее всего, работодатель отметит, что данная компетенция у вас не совсем развита, да. То есть когда вы рассказываете in general, да, как-то обо всем и ни о чем конкретно, то, ну, здесь создается впечатление, что, скорее всего, такого опыта не было, таких ситуаций не было, и, возможно, эта компетенция у человека не совсем развита. Вот, поэтому, опять же, вернемся к моменту подготовки. Да, когда вы идете на какую-то конкретную позицию, вам необходимо потратить время для того, чтобы подготовиться, да, и часто это занимает немало времени. Так, хорошо. Я надеюсь, что все понятно, да, если будут вопросы, мы в конце, собственно говоря, их обсудим. Так немножко тяжело без, знаете, обратной связи, вот, но как бы такой формат обучения. Да, вот 2 секунды буквально скажу, у нас что тут очень много вопросов, поэтому я думаю, что всем очень интересно, чтобы вы не переживали, это такой хороший показатель, да, наши вопросы. Вот, поэтому давайте еще минуточек, если можно, 5 тем, и потом будем отвечать на вопросы, потому что у нас их действительно тут довольно-таки много. Хорошо, да, у меня уже немного осталось, поэтому, в принципе, мы уже доходим до конца. Дальше, уточнивание умов, да, это, собственно, определение, выяснение, да, условий каких, и это уже следующий этап. После того, когда работодатель спросил все, да, переходит к самому интересному. Это, собственно, на какое вознаграждение вы рассчитываете, да? И вот здесь важный момент: никогда первым не спрашивать за деньги, да, за зарплату, за бенефиты, за условия работы. Вот вообще ни в коем случае нельзя начинать с этого собеседования. То есть это все должно вот после вашей супер презентации себя, это должно быть в конце и только после того, когда работодатель об этом спросит. Здесь что важно? Вам важно изначально знать вашу цену. Сколько конкретно денег вы хотите получать в месяц, да? Важно себя еще правильно оценивать, да? То есть поймите, если у вас нет опыта в этой сфере, вы сразу просите, там, я не знаю, $2000 зарплаты, ну, как-то, наверное, это будет немножко неактуально. Вот. Поэтому здесь вы можете узнать, в принципе, какой уровень зарплат сейчас в этой сфере, где это можно узнать, опять же, на тех же сайтах, да, то есть эта информация не закрытая, и, собственно, для себя определить вот тот, знаете, как минимально, не то чтобы минимальный прожиточный минимум, нет, это минимально комфортный уровень зарплаты, который вы хотите получить. Вот, и, собственно, те условия, которые еще есть, да, это расписание дня, это условия работы, это непосредственно там размещение офиса, со скольки до скольки работает, когда обед, плавный график, гибкий или нет, насколько там можно приходить там к 10, уходить в 7, да, либо там это только дистанционная сейчас работа, то есть все вот эти нюансы, их, конечно, тоже стоит уточнять. Единственный момент, что здесь на этапе собеседования прям сильно детально не стоит это уточнять, да, здесь, наверное, для вас надо, вам нужно выбрать 3 основных, да, и как бы о них узнать, то есть сказать, сколько денег, собственно, что вы готовы работать полный день, допустим, да, и какой рабочий график, все, да, то есть все остальные детали лучше спрашивать на моменте получения оффера, да, это когда уже работодатель все-таки решил, принял решение вас покупать, вот тогда уже можно все остальные детали спрашивать. Вот, ну, собственно,
Здесь я вам ответила по поводу угоды сделки, уже когда происходит, собственно, работодатель решил, вы еще до конца нет, да, вам, в принципе, должны отправить офер, да, либо по имейлу, либо пригласить вас еще раз на встречу и вручить вам его в бумажном виде, да, то есть он должен быть либо в электронном, либо в бумажном. Вот это, ну, как бы идеальная картинка. Понятно, что в реальности есть разные компании, не все международные, не все с высокими стандартами и ценностями, да, где-то происходит это по-другому. Но должно быть какое-то подтверждение, что в случае чего вы говорите, вот моя зарплата, ту, которую мне обещали, да, на старте, вот мои условия, то есть это важный момент, поэтому вам должны его отправить либо по имейлу, либо выдать бумажный, и, собственно, до момента подписания вам нужно спросить еще вот те вопросы, которые вы еще не до конца, возможно, узнали на собеседовании, то есть вот все, что для вас важно. После момента подписания оффера уже что-либо менять, где-то просить какие-то там условия для вас или и так далее, уже нет смысла, да, иначе выглядеть это будет очень странно. Точно так же и для работодателя менять условия работы после того, когда он вам их уже озвучил, тоже будет очень странно и неправильно. И последний шаг, это когда уже все случилось, вы получили работу мечты, это испытательный период, да, который важно пройти качественно, правильно, вложить туда вот вашу энергию и силы для того, чтобы вы себя зарекомендовали и работали в этой компании, ну, возможно, недолго и счастливо, но чтобы у вас там все сложилось, да. Очень важно иметь цель на онбординг, да, собственно, на период испытательного периода, чтобы вы четко понимали, что от вас ждут, что от вас ждет ваш руководитель, что от вас ждет компания, какие вещи вам необходимо сделать в период испытательного срока. Если вам такое не дали, да, вот вообще непонятно, что от вас ждут, будьте проактивны, задайте этот вопрос сами, скажите, я очень хочу работать, я хочу пройти испытательный срок, что мне необходимо сделать, какие действия для того, чтобы это произошло, и, собственно, получить данную информацию от вашего руководителя. Вот. Ну и, конечно, кроме того, что вы общаетесь с руководителем непосредственно, с HR-отделом, конечно, налаживайте контакты, да, общайтесь с коллегами, будьте проактивны, устанавливайте с ними контакт. Во всех компаниях это по-разному. Кто-то с удовольствием принимает новичков и там знакомит их по всей компании, да. Кто-то, наоборот, более закрытый. Ну, тут еще зависит непосредственно от культуры самого офиса и компании в том числе. Вот. Но в любом случае, если вы будете, знаете, как улыбнись, и к тебе потянутся люди, да, вот это очень хорошо. Если вы найдете себе адвоката в себя среди коллег, да, среди сотрудников, это однозначно вам будет на пользу, потому что, возможно, ваш руководитель будет спрашивать у других руководителей, а как там тебе мой там вот новичок? И если другой человек скажет, или даже коллега, да, там, который чуть ниже там, по статусу, ну, по должности, скажет, слушай, вот такой парень вообще, такой активный, вопросы задает, то сделал, это сделал, все, понимаете, складывается такое вокруг, среди коллег, среди офиса, что все, тот наш человек, работаем, все, развиваемся, двигаемся дальше. И это очень, очень здорово. Теперь я немножко вкратце вам расскажу, как продолжение, знаете, своей лекции про карьерные возможности непосредственно в BIT Украина. У нас сейчас есть набор на стажировку, да. Стажировка длится от 3 до 6 месяцев. Что можно получить благодаря этой стажировке? Это, конечно же, знакомство с международным бизнесом. Это вовлечение в реальные проекты компании, да, которые у нас... которых у нас очень много. Конечно же, это оплата вашей стажировки, это гибкий график, и также вы можете получить еще дополнительный плюс благодаря тому, что пройдете стажировку, дополнительный балл, скажем так, да, для того, чтобы попасть в программу Global Graduate. Что это? Вот, кстати, QR-коды по поводу стажировки. Можете как раз пройти по ним, да, и программа Global Graduate – это тоже очень интересная программа. На самом деле все, кто прошел эту программу, движутся по карьерной лестнице очень быстро в нашей компании.
Я, к сожалению, не проходила, я проходила свою программу в других компаниях, да. Значит, что это за компания, что это за программа, да? Она длится 18 месяцев. За эти 18 месяцев вы поработаете в трех разных отделах, причем поработаете полноценно, да, не просто, скажем так, какие-то небольшие задачи будете выполнять, а вы будете полноценно работать в этом отделе. Соответственно, за полтора года вы получите кроссфункциональный опыт внутри организации. Это обычно полевой опыт, работа в офисе, там в нескольких отделах. И, конечно, у вас сложится очень интересная картинка и понимание вообще бизнеса. Как я уже сказала, это очень быстрый, и после данной программы происходит очень быстрый карьерный рост. Я из примера людей, которые стали бренд-менеджерами буквально там за 3 года, да, 3-4 года в компании. Это очень круто. Это, конечно же, международный опыт, и у всех участников данной программы будет также специальная BAT-академия, да. До карантина она проходила всегда в Лондоне, сейчас, к сожалению, она проходит онлайн, ну, по понятным причинам, но так или иначе, я думаю, что в будущем это все-таки вернется, да, вот как было раньше. И, собственно, после прохождения этой программы участник получает менеджерскую роль в компании и продолжает свою карьеру. Вот. По поводу Global Graduate вы тоже вот, можете ознакомиться. Здесь QR-коды, да, можете пройти и, собственно, узнать, где вы можете оставить свое резюме, куда отправить. На этом, собственно говоря, все. Теперь по поводу вопросов. С удовольствием. Да, да, большое вам спасибо за презентацию, вот, было очень интересно, я думаю, у нас очень-очень много вопросов, поэтому давайте как-то стараться более-менее быстро отвечать, чтобы не сильно выбиваться из графика. Окей, начнем тогда сначала. Чи обов'язково працювати з запереченнями, якщо в процесі стає зрозуміло, що клієнт не цільовий? А тут большой вопрос, насколько он нецелевой, да? Тут, знаете, вы можете для себя сделать вывод, а на самом деле не так. Это, знаете, как анекдот есть про «И снова здравствуйте», да, когда человек заходит в магазин и как бы много всего выбирает, а потом, ой, мне денег нет. И ему там продавец рассказал, значит, что он о нем думает. Он такой, ну, у меня есть карточка. Вот такой, о, и снова здравствуйте. Поэтому не стоит судить по одежке, поверьте, очень много можно допустить ошибок. Окей, спасибо. Следующий вопрос. Що є важливим у встановленні довіри? Як це створюється? По поводу доверия, здесь, ну, смотрите, во-первых, когда вы говорите, да, вы должны быть уверены в том, что вы говорите. В этом случае это тембр голоса, это фразы, это отсутствие тремора в руках, да, то есть если вы не уверены, у вас будет дрожать голос, вы будете подбирать неправильные слова, вы будете прятать глаза, смотрите в глаза человеку, сядьте прямо. Таким образом, вы, во-первых, себя почувствуете увереннее, и человек почувствует эту уверенность в вас и будет вам доверять. На старте, когда вот во время установления контакта, здесь очень важно, опять же, улыбнуться, поздороваться. Это, знаете, это буквально 20 секунд, но вот они очень важны, да, поэтому здесь, конечно, улыбайтесь, здоровайтесь, будьте максимально приветливы, я думаю, все получится. Круто, спасибо. Вы когда говорите, прям хочется начать улыбаться и выровняться. Так, следующий вопрос. Какие инструменты для привлечения внимания потенциального покупателя вы используете во время презентации нового продукта? Говорите ли вы о ваших преимуществах или больше про уникальность товара? Смотрите, здесь очень важно, вот как раз то, что я вам говорила, выявить потребность потребителя, да? Потому что, ну, если говорить конкретно про наш продукт, да, вот то, что, чем занимается мой отдел, это продажа непосредственно устройства для нагревания табака Glo. В нем есть ряд преимуществ по сравнению с традиционными сигаретами, и есть определенные причины, почему люди на него переходят, да. Причина первая – инновационность, да, новый гаджет, прикольно, надо брать, да. Причина номер два – это, собственно, меньше риск с точки зрения
токсинов и здоровья, да, то есть люди долго курят, хотят как-то поменять свою привычку, какую-то альтернативную найти, дабы не получать тот харм, который мы получаем от традиционных сигарет. Вторая причина. Третья причина. Им все равно на свое здоровье, их просто жена достала тем, что от него плохо пахнет, да, поэтому он покупает исключительно, чтобы жена больше не нудила. Кто-то покупает, чтобы не пахло в машине, да, то есть он не переживает ни за себя, ни за жену, он переживает только за свой автомобиль, да, и ему важно, чтобы... Поэтому, когда мы выявляем потребность, задаем вопросы, как часто вы курите, где вы курите, как долго курите, что мешает, да, какие есть неудобства, человек отвечает, да, почему он, собственно, заинтересовался, да. Если он не заинтересовался, мы сами строим у него потребность, да. Скажите, а вас не беспокоит запах? Скажите, а вас не беспокоит мнение окружающих, да? Скажите, а если у вас автомобиль, а вас не беспокоит пепел, да, вот на полу и прожженные кресла? Он такой, ну да, беспокоит. Мы такие, а наш продукт, собственно, решит эту проблему. Он такой, о, беру. Поэтому важно выявить потребность, ну и, собственно говоря, под эту потребность сделать презентацию. Если перед вами товарищ, которому важно выпендриться перед друзьями, ну так, извините за французский, да, то ты будешь делать фокус на его премиальность, на его дизайн, на цвет, на все вот эти вещи. Да, конечно, спасибо большое. Так, а дальше у нас тоже такой очень интересный вопрос. Как рекламировать товар, который на законодательном уровне Украины рекламировать нельзя? Есть какие-то особенности при продаже табачных изделий? Ой, особенностей очень много, и ограничений много. Это есть такой момент. Что касается традиционных сигарет, то ну, здесь никакой рекламы быть не может. Единственное, что мы можем делать с традиционными сигаретами, это непосредственно в самой точке продаж мы можем информировать потребителя о том продукте, который в этой точке продаж находится. Да? То есть, грубо говоря, продавец в точке может сказать, вот, смотрите, Кент там, с новой капсулой, да, либо это может делать наш консультант, да, который непосредственно представляет только наши бренды. Вот это то, что можно делать. Если говорить о новых категориях, в нашей компании представлены две категории. Это устройство для нагревания табака и это так называемый Modern White, который для орального использования паучи. То здесь немножко другие законодательные меры, да. И, например, сам девайс мы рекламировать можем, да, то есть мы можем использовать диджитал-инструменты для этого, баннерную рекламу, у нас есть сайт, да, у нас есть социальные страницы в социальных сетях, но есть, опять же, ряд ограничений, то есть, например, когда мы продаем через e-com, то для нас очень важно верифицировать возраст, четко понять, чтобы этот продукт не попал в руки несовершеннолетних. И, конечно, важный момент, чтобы исключительно презентация была осуществлена человеку, который не курит. Да? Ой, простите, который курит. Да. То есть не курящих мы, как говорится, в этот не подключаем. Это наши собственные маркетинг-принципы. Есть законодательство в Украине, а есть еще наши собственные принципы работы. И иногда, например, в какой-то стране на законодательном уровне разрешено, но наши принципы это не разрешают, да, и мы этого делать не будем. Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос у нас, что отвечает на вопрос потенциального работодателя про ЗП? Какой ответ будет оптимальным? Ну, мне кажется, вы уже немножко раскрыли эту тему, но если еще в двух словах повториться, может. Смотрите, когда доходит до момента, ну, как я уже говорила, что не стоит начинать самому первому спрашивать об этом, да? Нет, это все хорошо, что вы все спрашиваете, но денег сколько платить будете, да? Вот, поверьте, это вот прям wrong way, да? Ничего не получится. Только когда работодатель у вас спросит, да, на какой ваш минимально комфортный уровень, да, сколько вы ожидаете зарабатывать. Вот в этот момент вам нужно озвучить конкретную цифру, причем озвучить, что это на руки, что это не гросс, что это нет, да, это то, что вы хотите получать из месяца в месяц. Вот это важный момент. И вы четко для себя должны понимать, сколько денег вы стоите на данном уровне. Да, спасибо. Хорошо. Следующий вопрос. У нас інколи роботодавці ведуть себе шукачами, наче їм нема на кому зігнати свої негативні емоції. В чому тут можуть бути помилки? Ой, ну, к сожалению, на рынке Украины много работодателей, которые ведут себя очень нехорошо. И не только с соискателями, но еще и со своими сотрудниками, да?
У нас много таких моментов, и, ну, что я тут могу сказать? Отправить их на тренинг нужно, как правильно проводить собеседование. Ну, есть определенные правила, да, определенная этика собеседований, да, кандидату, который пришел на собеседование, ему обязательно нужно дать ответ, да, почему, ну, то, что нет или да, ну, даже в случае нет, все равно нужно звонить, потому что если не позвонить, это некрасиво, как минимум, да, и у человека... Он же, тут он как сотрудник, да, вы его пригласили на, ну, на собеседование как потенциального сотрудника. Но если ему не позвонить и не сказать, что, извините, вы нам не подошли, просто отморозиться, да, проигнорировать, то этот человек, какое у него сложится впечатление о компании, о продукте, и будет ли он в будущем клиентом этой компании и покупать этот продукт? Вот тут у меня очень большие сомнения, да? Вот принципиально купит другой продукт, а не тот продукт, где он проходил собеседование, и ему не перезвонили потом. Да, да, конечно, тут с вами абсолютно согласна. Хорошо. Так, следующий вопрос. Насколько важно сопроводительное письмо при подаче резюме? Стоит ли прикладывать свое портфолио и рекомендационные письма? И сразу следующий вопрос касательно этой темы. Стоит ли креативно оформлять свое резюме? Добавлять диаграммы, играть с цветами? Вы знаете, креативный подход к резюме, он имеет место быть, особенно для поколения Z, да. Я недавно видела одного парня, который еще не закончил вуз, его резюме, ну, просто piece of art. Вот. Но здесь важно не переиграть с этим, да, не перестараться. Тут же все-таки важна информация, да, которая в этом резюме. Вот если информация ок, все вот четко написано, и оно структурировано и понятно, и на одном листике, то, в принципе, можно и поиграть немножко с подачей. Да, в этом ничего плохого не вижу, наоборот, это покажет вашу креативность. Я думаю, из всех резюме ваше резюме однозначно ну, будет выделяться. Угу. Отлично, спасибо. Давай тогда еще несколько вопросов. У нас тут очень много вопросов, на самом деле, по резюме, да, по тому, как устроиться на работу. Я думаю, что все эти вопросы ребята могут задавать в чат. Насколько я знаю, в вашей компании тоже есть чат в Телеграме, и там ваша коллега Наталья, и я думаю, что вы сможете с ней контактировать в случае чего ответить на вопросы, чтобы мы уже долго не затягивали. Давайте тогда следующий вопрос будет у нас такой. На что делать акцент, если это первое трудоустройство? На каких своих сильных сторонах можно выехать? Ну, здесь все зависит, конечно, от того, что за работа, да, у вас в принципе. Я вам могу привести пример себя, да, свое первое место работы. Я не указывала его здесь на слайде, но до L'Oréal я 2 года проработала продавцом в магазине бытовой техники. И когда я закончила свое образование, получила свой... Я закончила колледж и поступила на заочно в институт, да, и вот, собственно, ну, решила уже 18 лет пойти работать. Я, к сожалению, не смогла найти работу по специальности, я инженер коммуникационных систем вообще по образованию, но ни разу, ни дня не работала в этом направлении. Вот, я с этим своим резюме, это даже не резюме, там просто как бы написано... какой я вуз закончила, там, фамилия, имя, ну, такой листик, даже целый лист не получилось заполнить. Вот, я выбрала тогда, думаю, ну, вот не получается найти работу по профессии. Я пришла прям в HR, да, той компании, той сети, где я потом работала, и говорю, я очень хочу у вас работать, я еще ничего не умею, но очень хочу. Ну, тогда это сработало, да, потому что горящие глаза, наверное, куча энергии и желания, да, это вот покорило тогда HR, они меня взяли. Вот. Ну, на что стоит сделать акцент? Ну, смотрите, вы — это личность, да, у вас есть свои качества, свои уже скиллы, которыми вы родились и которыми вы получили в процессе учебы, да, учебы в школе, в институте. Вот. Вы можете понять, какая ваша сильная сторона. Вы сильны в аналитике или вы больше сильны, вы как гуманитарий, да? Вы сильны в коммуникации или вам лучше, да, иметь, вот, работать с цифрами и в каком-то таком одиночестве, да? Это тоже вариант, ну, на самом деле, аналитики, финансисты, бухгалтеры, да, то есть вот вся эта...
все эти отделы, это как раз о людях, больше интровертах, да. Если говорить о маркетинге и говорить о продажах, то, конечно, там чаще встречаются экстраверты, которые вот умеют говорить и коммуницировать с людьми. Поэтому тут для вас вы должны определиться, что вам ближе. И на самом деле должно быть желание, проактивный подход. Знаете, как говорится, дорогу осилит идущий, да, и вот в процессе, поверьте, разберетесь, да, вот как бы, ну и, конечно, ваш руководитель, не бойтесь задавать вопросы, пусть они будут глупые, пусть они будут какие-то странные, но благодаря этому вы быстрее научитесь и быстрее начнете делать все правильно. И по поводу рекомендательных писем был вопрос, ну, здесь по-разному, здесь если компания просит рекомендации с предыдущих мест, тогда да, я никогда не давала рекомендации, да, вот с предыдущего места, то есть у меня вот резюме. Хотите рекомендацию? Пожалуйста, вот вам контактный телефон, я могу запросить. Или там, если просят в напечатанном виде, я говорю, хорошо, я запрошу, вам пришлю по необходимости. Дополнительно я не вижу смысла в этом. Окей, хорошо, спасибо. Смотрите, я уже вижу, что Наталья начала отвечать на чате, и плюс скинула тоже, куда можно писать свои вопросы, поэтому я думаю, что ребята получат все свои ответы на вопросы уже в Телеграме. Вот, Оксана, огромное вам спасибо за вебинар, было очень интересно, вот, и я думаю, что все много чего узнали, и большое вам спасибо, что ответили на вопросы, вот, мы немножечко хоть и задержались, но я надеюсь, что всем все понравилось, и... Да, эти 20 человек, которые все-таки до конца дождались, они получили, я думаю, максимально полезную информацию. Также будет запись на Ютубе, поэтому кто не успел, скажем так, все равно смогут пересмотреть и для себя тоже узнать много чего нового и полезного.